парень. Том Крафтом не интересуешься? Нет. Нет, говоришь? Доигрался? Ты чё, паскуда? Это... Ха! Ох! Ой-о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 й
Всем привет, с вами Владу, сегодня у нас очередная серия летсплея «Другое измерение». И ох, как много всего произошло за кадром, зацените графончик, теперь я играю с офигительными четенькими шейдерами. И вообще нисколечко не лагает, и зацените это все. Красота-то какая, да? Я думаю, вы уже поставили свой лайк. Сейчас я расскажу, что я надобывал, что я сделал за кадром. Как вы уже заметили, дом стоит совсем в другом месте. Вообще в другом месте. Потому что предыдущий дом где-то вон там. Примерно за 700-800 блоков отсюда. Да, я решил переехать на новые земли. Капуста пока не переехал, потому что он уехал куда-то. И пока вообще не заходил на сервер. Ну, вот так вот я немножечко тут отстроил. Надо будет двери поставить. И смотрите, что я надобывал за кадром. Это жесть. Во-первых, я еще уже переплавил очень и очень много железа, очень много золота. И, кстати, вот эту вот хрень. Сейчас я все вам покажу. Так, вот оно все золото. Надо еще будет поставить здесь печек и переплавить все остальное. Зацените, с этими шейдерами не надо ставить динамик лайт. Зацените. Оп, тут, конечно, плохо видно. Вот сейчас я специально даже спущусь куда-нибудь. Да ладно, короче, смотрите. Смотрите, оп. Реально освещение четкое. Вот вообще. Так, что же еще? 17 алмазов. Плюс еще 3 я потратил на кирку, чтобы добыть обсидиана. Да, сегодня мы пойдем в ад. Нормас вообще. Я уже хочу посмотреть, что там в аду, что добавляется. И дофига новой руды, которая копается алмазной киркой, как вы написали. Это тот самый лимонит. Из него крафтится всякие четкие оружки, кирка. Еще какие-то патроны, всякая фигня вот эта вот, смотрите. Гранаты даже, ууу. Можно, кстати, будет потом скрафтить гранаты. Блин, пороха нет у меня, ну ладно. Один минус, что на сервер, когда ставите вы свою сборку, то почему-то меньше спавнится мобов. Я не знаю почему, я пороюсь в конфигах, но вообще ноль мобов. Вот вокруг меня вообще нету никого. Вот эта новая руда Jade Ore, она вообще офигенная. Смотрите, какой можно меч сделать. На 14 урона. Кстати, его-то мы сейчас и сделаем. Чё-чё, а вот это я сейчас сделаю. Потому что он реально офигенный. Я уже задолбался с каменным мечом ходить. В печерах я, кстати, много кого встречал. Встречал, знаете, кого? Клоунов. В пещере. Клоун. Клоун. Пещера. Клоун. Пещера. Что? Во, кстати, здесь четкая бронька. Ну ладно, смотрите, что мы сейчас сделаем. Ща. Блин, дождь пошел. Как офигенно с этими шейдерами идет дождь. Офигенно вообще. Вообще так прикольно все светится. Значит, берем немножко золота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все отлично. И смотрите. И один алмазик. И... Та-дам! Это... Будущий портал. Да, вот оно. Портал в новый, в другой мир. Но я думаю, что мы его активируем либо в конце серии, либо в следующей серии. Но я уже хочу его поставить, и он будет такой огромный. Кстати, ребят, сразу, вот что хотите, пишите, но я вам сразу скажу. Вот это активатор портала. Я его взял из Туманитонса, потому что, слушайте внимательно, я не знаю, откуда он берется, крафта у него нет, но, по-моему, он выбивается из кого-то. Если вы напишите, из кого он выбивается, то я обязательно найду этого чувачка, выбью в 3 раза больше, чем я взял, ну, то есть 3 штуки, и выкину их в лаву. Все довольно справедливо, просто я реально не знаю, где его взять. Но активировать я уже хочу в новый мир, хочу, понимаете? Душа просит. Так, ну чё, я уже хочу все скинуть быстрее и быстро все сделать. И... А, кстати, вот эти хрени, значит, смотрите, я скрафтил вот эту тарелочку, каменную тарелочку. И помните, такие пролаги были? Ну, мы думали, что эти пролаги, такие частички в лесу гуляли. И надо было тарелочкой подойти, прыгнуть к мыши, и там вылетало... Вот это вот хрен на тень. Которой можно будет прокачивать потом вот эти уровни, которые вот видите.
справа вверху. О, кстати, что-нибудь... Нет, подождите. Они почему-то у меня пропали, когда... Я вот когда копал, мне давали ускорение 3 аж. Я вообще не понимал, что это значит, но я просто копал, и мне бац, ускорение 3 дали. Я такой... Что? В общем, потом я их вам покажу. А сейчас я хочу скрафтить сундук. А сундук непростой. Правильно, железный. Да даже не железный, что я золото-то накопал, в принципе. Что мы сейчас, смотрите, оп. Жируем, дорогие друзья. Вот эта тема. И поставлю его вот сюда. Ох ты, хорош. Я добывал очень много вот этих кристаллов. Я даже добыл 2 изумруда. Лазурита добыл. И, кстати, вот это аметист еще новый. Ну, в общем, новые руды я тоже захватил, так скажем, с собой. И еще, что самое интересное, я разбил один лаки-блок, который находился около наших старых домов. Зацените, какой он просто кошерный. Джейд Ор у меня переплавилась. Пора сделать офигительный меч. Так, вот это четко. Ну все, че, я теперь буду вообще четеньким. Так, вот эту пока я активатор положу сюда. Так, ну чего, я не знаю, где поставить портал. Я хочу, знаете, что сделать? Выкопать под домом, значит, такую небольшую комнату. Ну как небольшую. И туда поставить... Я вообще хотел поставить туда несколько порталов. Но так как я понял масштабы вот этого самого портала, который мы будем активировать, то... Я понял, что его лучше ставить в другом месте. Ну, хотя, можно и комнату тоже выкопать, в принципе. О, смотрите, я нашел место для портала. Здесь мы, значит, сделаем лесенку. Прикольно. Сейчас мы заготовочку так жахнем. Не, ну с дождем, зацените, мне вообще нравятся эти шейдеры. И дождь, это вообще кошерно просто. Так, вот такое основание будет. Раз, два, три, четыре. Мы по-буржуйски используем... Блин, надо было, наверное, выкопать вот тот угловой блок. Блин, нет, 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 только не ночь, плиз, еще и дождь, нет. О, как темно стало. И смотрите, ставим факелы четко, чтобы вообще кошерно было. Вот, смотрите, спокойно освещает вообще. О, какое свечение. Вода, кстати, тоже здесь классная, но сейчас, к сожалению, ночь не получится показать. И поджигаем. Вот она. Ну что, погнали в портал. О, там, кстати, деревня, нам будет облутать ее. В самое пекло, новая достижуха. И... О, как здесь темно! Как здесь темно! Здесь надо полюбасу ночное зрение. Глобстон! Вы посмотрите, как он четко светится с этими шейдерами. Офигенно, просто вообще. Не-не-не, подождите, куда я пошел? Давайте сначала метку у портала поставлю. Вы посмотрите на эту кошерную лаву с шейдерами. Но, подождите, пока я отключу шейдеры, чтобы мне видеть вообще, что в аду происходит. А в обычном мире я их обратно включу. Я, кстати, натырил морковки во всяких деревнях. Теперь у меня, в принципе, ее достаточно. Я думаю, что надо будет сделать сад, где я буду выращивать морковку, всякую картошечку. Но что-то я пока ничего интересного здесь не вижу. Пока что вижу только одно пойло. Одно банальное пойло. Кстати, я сделал пост ВКонтакте и спросил, типа, где найти или как скрафтить новые миры. Мне написали, что они спавнятся в воздухе в обычном мире. Фигня это все. Я прошел дофигища блоков и ничего не нашел в воздухе. Что-то вообще ни одного, ни одной крепости, ничего нету вообще. Что за... Нет, уйди, уйди. Я убил ее? По-моему, убил. Ух ты, вы посмотрите, мелкий свинозомби. Она мне... У меня сила есть! Во-во-во-во! Появились эти таблички, смотрите. Мне дали силу, офигеть, на бесконечность. Ну-ка, ну-ка, кого замочить? А давали, в пещере мне давали ускорение 3. Я вообще охерел. То есть, получается, я прокачал кирку, смотрите, у меня там 5-й левел. Может, мне из-за этого давали. Хотя, я не знаю, я пока не разбираюсь во всем этом. Вообще ничего нету здесь. Да как так-то? Это что за ад? Какой-то донный ад. Прощай, жестокий ад. Блин, мне кажется, что там где-то крепость. Не знаю, почему. Ой-ой. О! Да, новая руда. Все, я спускаюсь туда. Отлично, отлично, отлично. Так, сейчас. Блин. Конечно, я взял с собой только алмазную кирку. Ну, буржуй. Ну ладно, что, придется ее тратить. Отлично. Эмбрес какой-то стоун, нифига себе это. Ну-ка, что из него крафтится? О, какой четкий слиток. О, какой 16 урона меч. Видимо, я поторопился со своим мечом на 14 урона, да? Понятно, на. Ну ничего, я скрафчу и то, и другое, че. О, какая кирка. Вот я чувствую, что она офигенная. Прям чувствую. Смотрите, какая четкая лампа. Офигеть. А знаете, что интересно?
здесь можно замерзнуть или нет? Как я все время в обычном мире замерзаю, так здесь можно или нет? Я запарился по пещерам, когда лазил, раз, наверное, 4 умер от того, что замерз. Вообще. А потом понял способ, я подходил к лаве, делал вот так вот, и вот так вот. Да, жопу грел. Кстати, помогало, отвечаю. Я вот так вот спасался от холода. А может здесь я наоборот, типа... Уйди, уйди, уйди! Убил, успел. Может здесь наоборот я, типа, не замерзну, а сгорю, зажарюсь. Крепость! Вот прям, вот я чувствовал, понимаете, что она там. Подождите, где-то еще руда это была? Че, так мало, что ли? Кварца, кстати, можно накопать. Ну, ладно, потом. Ого! Вот это удар! Ну-ка, я сейчас... Надо прийти туда. Блин, да как? Как? У меня блоков-то особо нет. Мало руды накопал, отвечаю, надо будет еще накопать. Так. Ой-ой-ой, вот это уже опасно, вот это опасно. У меня всего 15 блоков. Сейчас какая-нибудь мышка подлетит, я ее вообще закопаю потом, если она это сделает. Кто? Кто это? Охереть! Ну-ка. Они не бьются! Чего? Как? Где мои вещи? Что, простите, произошло только что? Охереть, быстрее, 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 ват, а? Вы чё, гоните, что ли? Как у меня вещи-то могли пропасть? И почему они не бились? Охереть. Я еле дошел до этого места, потому что мне пришлось открыть... тот видос и посмотреть координаты. Это... Уйди! 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 Нахера ты тут заспавнился? Если бы ты меня сейчас убил, я бы тебя вообще размотал. Быстрее, быстрее, быстрее. Надо сломать, пожалуйста, пожалуйста. Почему они меня убили, а я их не мог убить? Ну, ломайся, ломайся! Давай, 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 давай. Все вещи там, все вещи там. Ну! Отлично! Все подобрал. Ну чё, уроды? Почему я не могу их бить? Уроды позорные, паскуды. Твари! Уйдите! Фу! Ну-ка, кыш, кыш, кыш. Я, кстати, пока сюда шел, я встретил столько новых мобов. Так, я хочу выбраться к тому данжу. Ай-яй-яй-яй. Блин, блоков там мне особо нет. Ну ладно, чё, будем импровизировать. Чё-то далеко до него. О, хорош, хорош. Так, 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 так. Чё это такое? Мне страшно. Мне страшно. Что за бомба? А если я срублю? Я знаю, что, наверное, рубить нельзя. О, какая четкая лампочка. Но это не лампочка, я знаю. Блин, оно даже не ломается. Как будто здесь можно уровень качать, но я не знаю. Ну, ребят, напишите, пожалуйста, в комменты, что это такое. Ну что ж, а портал, я думаю, что мы активируем в следующей серии. А чем больше лайков... тем быстрее следующая серия. А с вами был Владус. Всем до новых встреч. Если ты лайк не поставил, за тобой выехали. Знай это. Всем до новых встреч и всем пока.